Выпускник Бакинского технического университета Чингиз Гурбанов был призван в ряды вооруженных сил Азербайджана сразу по завершении обучения. Служить ему довелось всего лишь несколько месяцев. Утром 29 декабря разведгруппа вооруженных сил Армении попыталась нарушить государственную границу Азербайджана, но попала в засаду. При предотвращении армянской провокации Чингиз пропал без вести. Позже выяснилось, что он погиб, и его тело находится на территории Армении. Минуло 40 дней с тех пор, как мой сын погиб в бою при предотвращении армянской диверсии. Хочу поблагодарить Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Азербайджана, президента Ильхама Алиева, министра обороны и представителей всех структур, которые содействовали возвращению его тела на родину. Да упокоит Всевышний душу всех погибших за родину. По приказу Верховного Главнокомандующего я готов в любой момент взять оружие в руки и отправиться на защиту своей страны. Родители Чингиза не смогли сдержать слез при прощании с сыном, отдавшим свою жизнь, защищая родину. Похоронили солдата в его родном Гусарском районе. Процесс передачи тела Чингиза Гурбанова состоялся накануне при посредничестве личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспаршика и Международного комитета Красного Креста. Произошло это в направлении села Бала-Джафарли Газахского района Азербайджана. Илькин Шафиев, Рупат Алекперов, CBC.